Всем привет, друзья! Это Илья, админ группы «Атипичный иммигрант». Еще 8 человек, смотрю, выиграли грин-карту за последний час. Всего больше 40 человек-счастливчиков, наших подписчиков. А смотрите новое видео «Что делать после выигрыша». Это основные шаги после анкеты. Это инструкция. Пользуйтесь. Всем удачи. Пока. Первое, с чего нужно начинать сбор документов, когда вы выиграли грин-карту. Здесь можно как бы и заплатить, можно и бесплатно, зависит от времени и сроков. Это справка об отсутствии судимости. Это Петровка 38. Если вы хотите получить ее вживую, это делается здесь. Справка об отсутствии судимости в Москве, например, оформляется официально около 2 месяцев. Я с этими справками сталкиваюсь постоянно, потому что, когда вы оформляете компанию в Евросоюзе, свой бизнес, то первое, что также требуется и там, это справка об отсутствии судимости. Это международная организация по миграции. Отсюда вас направляют на медицинскую комиссию. Это 2-я Звенигородская, дом 12. Сейчас я зайду. Хотя я здесь уже был много раз, но сегодня попробую сделать видео на GoPro. Хотя здесь не разрешают, но тем не менее. И мы узнаем, сколько обойдется на сегодняшний момент медицинская комиссия на одного человека, на взрослого и на ребенка. Международная организация по миграции. Здесь вы делаете фотографию, а это цена. $273 медкомиссия на взрослого, 240 на ребенка с 2 до 14 и $163 на ребенка до 2 лет. Так все это выглядит. А сама клиника находится на Замаренова. Это отсюда 1 квартал. Замаренова 27. Медицинская комиссия. Для грин-карты вам необходимо пройти общий осмотр. Анализ крови на гепатит, рентген грудины и анализ крови на ВИЧ. Обычная такая больница. Почему-то очень завышенной ценой на услуги. После оформления медицинской комиссии, сбора документов, перевода, вы приходите на интервью. Интервью будет стоить для вас $330. Это деньги невозвратные. Если вам отказали в получении грин-карты, то, соответственно, эти деньги вам не возвращают. Это вопрос о гарантиях. Если вы успешно прошли интервью, вам нужно будет доплатить плюс $180 за иммиграционную визу, которую вклеит ваш паспорт. Плюс $160 вам обойдется пластик, сама грин-карта. Итого, при успешном прохождении интервью, 330 плюс 180 плюс 160 плюс справка об отсутствии судимости. У нас в Москве она стоит $100, или вы будете ждать 1,5-2 месяца. И медкомиссия. Так, друзья, прежде чем подавать заявление на грин-карту, рассчитайте свои возможности. Потому что в среднем, я вам скажу, что обойдется около $800 тысяч на человека.